Радио «Вера» представляет. Сегодня, в субботу сырной недели, Церковь вспоминает всех преподобных отцов в подвиге просиявших. Преподобными Церковь называет тех святых, подвиг которых заключался в монашеском подвижничестве. Сегодня особый и единственный день в году, когда совершается память всех иноков и монахов. В этом древнем празднике объединилась память множества святых разных стран и народов. Их пример укрепляет христиан в преддверии Великого Поста. Церковь словно напутствует верующих и показывает, что святые подвижники, отшельники и аскеты были такими же людьми. Их тело было также слабо и немощно, но сила духа позволила совершать настоящие подвиги. Монашество предполагает отказ от мирских привязанностей, забот и стремлений и выбор следования Христу. Основа этой жизни – пост и молитва. Это про монахов Христос сказал когда-то апостолу Петру: «И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Пост – это монашеская добродетель. Но уже через несколько дней Церковь вступает в Великий пост и предлагает всем последовать примеру от века служивших Богу монахов и монахинь. Творя память всех преподобных отцов и жен в подвиге просиявших, Церковь просит их как самолитвенников в Царствии Небесном: «Молите Бога о нас».